Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я расскажу, как сменить частоту Wi-Fi приемника с 2,4 ГГц на 5, либо обратно. Во-первых, для чего это может потребоваться? Потребоваться это может в случае, если в вашей Wi-Fi сети много устройств, и чтобы снизить интерференцию, то есть взаимные помехи, можно попробовать сменить частоту с одной на другую. То есть, если вы используете 5 ГГц на вашем адаптере и замечаете какую-то нестабильную работу Wi-Fi, можно попробовать в качестве эксперимента сменить на 2,4 ГГц, протестировать, попробовать попользоваться в этом режиме. Далее, если не понравится, поставить вообще автоматический выбор, либо обратно перейти на 5 ГГц. Либо может быть так, что вы пользуетесь ноутбуком в одном месте, и там лучше на 2,4 работает, а в другом месте лучше работает на частоте 5 ГГц. И в этом видео хочу показать, как это можно, частоту можно эту изменить. Для этого нужно зайти в диспетчер устройств в поисковой строке. Вводим диспетчер устройств. Здесь выпало окошко диспетчер устройств. Этот метод работает Windows 10, 8 и 7. Зашли в диспетчер устройств. Далее нам нужно выбрать сетевые адаптеры. И из всего списка найти что-то, где будет wireless, то есть беспроводной. Ну, либо если вы знаете название вашего устройства, то, соответственно, ищите его, выбираете. Два раза левой кнопкой мыши заходим в это подменю. В данном случае этот адаптер ноутбука, который встроен в материнскую плату, Wi-Fi адаптер. Заходим во вкладку «Дополнительно». И из всего этого списка нам нужно выбрать «Preferred Band», то есть предпочитаемый диапазон. В вашем случае такого пункта может и не быть, тогда, скорее всего, ваш адаптер имеет фиксированную частоту, и вы не сможете изменить, но в таком случае можно попробовать купить внешний адаптер, и тогда у вас появится возможность менять. Но если в вашем случае есть такой пункт, то можно поменять значение. В моем случае стоит No Preference, это означает, что без, так сказать, автоматически, без предпочтения. И ну, если вы хотите конкретное выбрать, зафиксировать, чтобы работал только в таком диапазоне, не менялся, то можно выбрать пункт Preferred 2,4 и Preferred 5,2. 5,2 это, в принципе, те же 5 ГГц. Выбираем какое-либо значение из этих, тестируем. Выбрали значение, но я не буду, у меня работает и так все отлично, проблем нет. Выбрали, нажали ОК, вышли, перезагрузили компьютер и тестируйте в новом режиме. Если не понравится, обратно поменять, не проблема. На этом все, всем спасибо.